Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы с вами начнем прохождение игрушки, которая называется Kindergarten или Детский садик. Ее вы советовали мне поиграть в комментариях. Я посмотрел, почитал отзывы и понял, что игра действительно, хотя и весит что-то какие-то вообще несчастные там мегабайты, но при этом, похоже, она очень интересная. Здесь будет интрига, здесь будет расследование, здесь будут смерти. И похоже, что даже много-много-много смертей. А также страшная тайна, загадка, которую нам нужно будет разгадать. Начинаем новую игру. Игрушка полностью на английском языке, так что будем опять переводить. Что у нас такое? Файл 1. Файл 1. Да, видимо, это просто ячейки сохранения. Окей, поехали. Детский садик. Понедельник. Ты кто такой? Похоже, что я сегодня больше. Что ты сегодня больше не играл. Ты перед этим не играл. Хочешь ли немножечко через туториал пройти? Нажми на пробел или левый клик, чтобы выбрать. Конечно, я хочу, давай. Добро пожаловать в садик, сегодняшний день. Вообще, школьный день распределен на две... на пять временных интервалов. Школьный... yard, morning time, школьный, короче, двор, утреннее время, обед. Это у нас recess, это, я так полагаю, типа сон-час. Шоу и разговор. Или recess, мы что-то другое. Не совсем временные какие-то. Разберемся, переведем потом дальше. Большинство персонажей что-то делают в течение дня. Попробуй и выбери одного из персонажей, чтобы он тебе помогал каждый день. Заверши задание персонажей, и ты откроешь особый предмет этого персонажа. Особые предметы... может бы постоянно использоваться. То есть он бесконечный. Это не может не радовать. Каждый день в одно и то же время. As the one before. Same as the one before. Чего? Каждый день это то же самое, как предыдущий. Понятно. Короче, дни здесь повторяются, как это назывался, в дне сурка. Всегда будет понедельник. Только деньги и особые предметы сохраняются день ото дня. Персонажи будут отвечать по-разному, зависит от того, какой предмет у тебя есть и какое решение ты сделаешь, будешь принимать в течение дня. Нажми пробел. Окей, отлично. Элементы на экране, используй пробел. Это понятно. Яблоки показывают, сколько много действий ты можешь сделать в этой комнате. Также у тебя есть какие-то предметы в инвентаре, они будут появляться здесь. Две ячейки, какая-то пилюля и непонятная розовая фигня. И также количество денег, которые у тебя есть, 2,5 бакса. Ну, естественно, это же детский садик. И вот эти штуки показывают диалог. Так, человек, который говорит, это то, что он тут говорит. Таблетка. Этот ответ требует... этот ответ требует какого-то элемента в твоем инвентаре. То есть ты как бы можешь ответить, если у тебя есть только какой-то предмет. Окей. Дальше, если деньги появляются, то означает, что тебе нужны деньги, чтобы ответ какой-то можно было выбрать определенный. Или также яблоко, то есть если тебе нужно выбрать особый ответ с яблоком, то у тебя должны быть яблоки и здесь. В принципе, все понятно. Управление WASD, это понятно. Пробел или клик для того, чтобы взаимодействовать с людьми и объектами. Enter для того, чтобы использовать яблоко и заработать 25 центов. Также backward slash открывается, какой-то планерка открывается. Escape на паузу, и можно в менюшечке все это сконфигурировать. Игра, по-моему, тоже она в релиз еще не вышла или вышла, но какие-то обновления еще выходят. Смотри, советы нам дают какие-то. Как только у тебя кончатся яблоки и зазвонит колокольчик, тебе придется перейти в следующую область. Если ты находишься за пределами области, в которой ты начал, то колокольчик зазвонит, когда у тебя останется одно яблоко. Если ты не можешь найти выход, используй все яблоки, нажми Enter. To use all... если не можешь найти способ использовать все свои яблоки, нажми Enter, для того, чтобы схавать остаток этих яблок и продолжить в следующей области. Также посмотри-ка на страницу с подсказками, возможно, какие-то подсказки уже
открыто. А где у нас страница с подсказками, мне так и не сказали. Короче, вот он я здесь нахожусь, и это какие-то непонятные, что это такое, доминошечки. Вот у нас есть свинья, у нас есть черный квадрат, у нас есть непонятный ключ. Что мы должны делать? Я могу вот так перемещаться. А, вот что я делаю. Я хожу. А что это за черные фигни здесь такие? Что это? Это оккультный круг? Это что-то для вызова страшного демона? У нас есть кровать, спать я пока не хочу. Ну-ка, давай попробуем к свинюшечке подойдем. А где у нас область с подсказками, а? Ну-ка, говорите быстро. Ладно. Я почему-то думал, что это будет игра в стиле point and click, но нет. Пошли к свинюшке подойдем, посмотрим. Свинюшка, это у нас свинья-копилка. У тебя есть 5 баксов, ты можешь взять оттуда деньги. Или нажми Interact. Что это такое Interact? Что за кнопка такая непонятная? Типа взаимодействие, чего-то там. Ладно, мы выходим отсюда. Как нам выйти отсюда? А, я забрал, по-моему, деньги, нет? Я забрал деньги? Да фиг с тобой, короче, с свиньей. Нет, я деньги забрал, у меня, смотри, не появилось здесь больше. Вот они у меня здесь. Давай-ка нажмем вниз. Во! А, вот так я могу денежек взять. Давай возьмем 1 бакс. Нормально? Все, 1 бакс я взял. Окей, пошли отсюда. Выходим. О, я уже начинаю новый день в нашем садике. Ну, конечно. Ясельки. Давайте будем называть это ясельки. Ой, нифига себе, какая училка страшная. Что такое? Вот я пришел. Яблоки у меня на что тратятся? На какие-то особые действия? Или вот я с персонажем хочу поговорить? Давайте посмотрим. Вот я говорю с ним. Нет, яблоки не тратятся. Да пошел ты, придурок, я занят. Толстый какой-то нас отшил. Да, отвалить. Ладно, отвалим. Ты кто такой? Привет, мои друзья зовут меня Нагита Карачок. Будем его Карачок звать. Хотя... или называли, если бы у меня вообще были какие-то друзья. А Карачок означает, что... No love or friendship since Billy went missing. А, Нагит... А Карачок знает, что никакой любви или дружбы не будет с момента, как Билли пропал. Во, я буду твоим другом, или сказать, что случилось с Билли. You'll get none from me. Я твоим другом не стану, или сказать, что случилось с Билли, и сказать, я буду твоим другом. Давай спросим, что случилось с Билли, потому что здесь реально какая-то интрига в этом детском саду заключена. Яблоко потратим. Билли пропал, бедный Окорочок скучает по Билли, но Окорочок не может ему сейчас помочь, уже слишком поздно. Ты знаешь, где он? Окорочок не знает, Окорочок знает, кто знает? А кто знает? Твои вопросы немножечко расстроили бедного Окорочка. Ты слишком давишь на меня, Окорочок, ему нужны таблетки. Ой, теперь получше. Так о чем это ты, о Билли? Кто? Я не знаю, о ком ты говоришь. Ты охренел, что ли? Так, мы только что разговаривали о нем. Ты теперь нормально разговариваешь или что это за таблеточки такие? Давай спросим, что это за таблеточки такие? А я не знаю, директор дал мне их после того, как я видел какие-то что-то травматическое или кого-то. Или something. Чего? Фигня. Они прекрасны. Тебе Дирик давал таблетки? Ты не помнишь, что за травма была? Ой, нет, не помню, я забыл и вообще ничего не помню теперь. И все, что я знаю, это то, что плохое что-то случилось. И, но директор был там, так что он все исправил. С таблетками? Да, это очень здорово. Мне можно таблеточку? Конечно! А тебя проблем не будет из-за этого? Нет, если ты свой рот будешь держать на замке. Не понял. Но больше давай не будем с тобой разговаривать. Тихо. Окей, ладно, все, я тебя больше не беспокою. Слушай, игра-то, мне кажется, очень крутая. Так, ладно, ты у нас кто такая, Чика? Эй, привет, привет, красавчик, я Синди. Хочешь быть моим бойфрендом? Ну, у нас девчонки две здесь, да? Есть вот такая брюнеточка, есть блондинка, не знаю. Кого выберем? Давай скажем, конечно! Хе-хе-хе. Слушай, это мне нравится это слышать. Ну что ж, сегодня, короче, мы с тобой самая лучшая парочка, самая красивая парочка здесь в школе, понял? Так что сначала иди, что-нибудь сделай для меня. Ты обалдела, что ли? Слышь, я тут что сейчас буду перед тобой распинаться тут? Сразу говорит, иди, что-нибудь сделай для меня. Губу закатай. Типа чего? Или сказать, а что, у нас уже такая сильная любовь? Это так здорово, но нет, нет, не такая. Но тебе в любом случае должен как-то ты доказать, что это ты
Ты должен мне это доказать, короче, что у нас любовь с тобой. Да как же это сделаю, почему? Я ничего тебе не хочу доказывать, сказать. Здесь, судя по описанию игры, то, что разработчики дали, то, что здесь ответы действительно и наши решения, они действительно будут иметь значение и последствия. И игра вообще рассчитана на переигрывание. То есть одни и те же моменты придется проходить, может быть, несколько раз для того, чтобы все-таки и дойти до финала. Потому что здесь есть еще и смерть. Здесь есть еще и неудачные выборы. Что мне... Так что мне еще нужно сделать? Ну, ты видишь вон ту девчонку? Это Лили. Так что она немножечко такая страшноватая и вообще грязная девчонка, и ты хуже ее не встречал. Я хочу, чтобы ты взял эту жвачку и ей на волос прям прилепил утром, окей, понял? Не буду сказать. Я не хочу ей прилеплять жвачку на волосы. Тем более какая-то непонятная блондинка мне что-то тут парит мозг. Не буду. Ну ладно. But don't come crying to me when you die. Ну не приходи ко мне плакать, когда ты будешь старым и умрешь в одиночестве, понял? Я не приду. Ладно, не расстраивайся, ничего, у нас с тобой еще что-нибудь может получиться. О, нифига себе, это что за дедан с лопатой? Или это мотыга, или это вообще дубина какая-то? Слушай, тут ничего себе детишек-то сколько. Лили, здорово! Так встанем, чтобы не перекрывать, чтобы было видно, что они общаются. О, эй, слышь! Я Лили. Ты, возможно, уже слышал о том, что случилось с моим братом Билли. I don't really... Мне плевать или... Нет, не слышал. Не слышал? Это же вообще во всех новостях было. Он пропал несколько дней назад. Что-то там... Мне очень жаль. Спасибо. Ты, похоже, единственный, один из немногих, кому вообще есть какое-то дело до этого. С тех пор, как он пропал, люди игнорируют меня и даже оскорбляют. Синди пыталась приклеить мне жвачку на волосы. Почему? Я не знаю, но если б я знала... Слушай, тебе лучше от нее подальше держаться. Она реально, ну такая, ну понимаешь, да? Да, ну спасибо за совет. Ага, окей, все нормально, смотри. Мне кажется, Лили реальная, она ну такая нормальная девчонка будет. А вот эта вот Синди, она что-то какая-то мутная. Привет, очкарик. О, я Моньки. И если тебе что-то нужно, поговори со мной. Чего-то там. Я тебе могу что-нибудь достать для тебя, если ну, заплатишь хорошую цену. Ну вот что мне нужно, я хочу видеть, что какие-то изменения происходят в течение дня. Так что приходи ко мне регулярно. Мне нужно кое-что у тебя купить, мне нужно что-то продать. Скажи, мне надо что-то у тебя купить. Вот смотри, что у меня есть на продажу. Йо-йо, сигареты, диктофончик, скрудрайвер, это у нас отвертка, и Nevermind, типа забей. Забей. А что я для тебя могу сделать? Да ничего, пока. Короче, это у нас торгаш, значит, ботаник у нас торгаш. Толстый у нас злодей какой-то. Вот этот чувак у нас в спейс-ауте полнейшем на колесах сидит. Синди у нас такая гопиха. Это у нас Лили нормальная чувиха. Еще непонятный, короче, дедан. Я даже боюсь к нему подходить, наброситься еще. И вот у нас еще, естественно, афроамериканец. Не буду называть его негр. Ну, негр. Не будем его называть нигер. Будем называть его просто негр. Это негр, потому что, сами понимаете, в западном мире, если негра никуда не вставил, тебя сразу же объявили расистом. Я Джером, и я не думаю, что ты достаточно крутой, чтобы со мной разговаривать. Да забей, козел, я ему ответил. Почему-то он так со мной странно начал разговаривать. Здорово, непонятный дедан, может быть, это какой-то трудовик или кто? Эй, сынок, ты что здесь делаешь? Не переживай, я здесь, ну, типа, как этот, сторож, во. Просто здесь дворником подрабатываю и подметаю за этими тупыми кретинами. Подметаю. Перестать разговаривать с этим криповым или страшным уборщиком. Сторожем. Во, сторож. That's a mop. Я не знаю, что такое моп, но типа, ну, поддержать разговор. Ну да, да, так и есть. Также, что-то там. Ты что, так же и на боковых дорожках что-то там? На тротуарах мопит, может быть, что-то он убирает или что? Говорит, я буду вытирать твою кровищу с этого тротуара, если ты чего-то там скейдедил.
Скидидл, если будешь делать. Скидидл, может быть, это на скейте кататься? Я не знаю, я не знаю такого слова. Он сказал, я не хочу скидидл делать. Ой, мэ-мэ. Я человек своего слова. Ты что, меня убьешь, что ли? Воу! Нифига себе, он меня убил! Охренеть! Что он творит? Ха-ха-ха, вы сдохли! Не принимай. Господи, он говорит, не воспринимай предупреждение сторожа слишком беспечно. Да ты подожди, я и 15 минут не успел сыграть, как меня уже завалили здесь. Эй, сторож, ты что творишь? Так, мы начинаем заново. Заново означает вообще заново, да? Вообще заново, все, отвали. Эх ты, блин, это мне придется сейчас с ним, опять все это разговаривать с ними. Так, что случилось? Вот так, давай быстро сейчас, быстро все это. Он нам таблетку должен дать. Билли. Сейчас, погоди, быстренько пройдем. Ну что, подойдем еще раз, попробуем с ним поговорить. Может быть, на этот раз он нас не убьет? Так, это мы уже видели. Перестать разговаривать. А давай-ка сейчас вот так вот скажем, ага. Елсомопи, так, это понятно. Вот, я сказал, I don't want to schedule. И он меня убил. А давай сделаем schedule. А, типа, schedule, я свалил. Я не понял, что это за слово, schedule, deadle. Ну, ладно, я жив, и я, в общем-то, этому рад. Так, у нас какая-то тут тетькастая училка. Я миссис Эпплгейт. И я... I have been in David... И чего-то там я воплощение... всех прекрасных учительских качеств. Я в этом уверен, конечно. Что, все, да? Подожди. Мы больше здесь ничего не можем сделать. А что, может быть, в пруду утопимся? В пруду мы утопиться не можем. Уйти отсюда мы тоже не можем. Пойдем с училкой еще раз поговорим. Может быть, что-то даст. У нас еще вроде как осталась одна ветка только именно с сторожем. Нет, смотри, здесь больше ничего сделать нельзя. Нам просто, видимо, надо закончить здесь или что. А еще, может быть, с этой пообщаемся. Ну-ка. А, все. Нет, подожди. О, смотри-ка, ты приполз ко мне на коленках. Хочешь со мной теперь дружить? Давай, скажем... Что мне для тебя сделать-то? Может, ту девчонку иди, типа, ей закатай. Не-не-не, не буду. Так, ладно, понятно, все. Я не буду этого делать. Непонятно, непонятно, что мне теперь нужно. С училкой говорить не нужно. Так, это меня отшивает. С этим тоже я с придурком не хочу общаться. С страшным сторожем. Нам как-то нужно... Вот, мы просто съедаем теперь яблоки, я так полагаю. Я не знаю, правильно это делаю или нет. Ну-ка, давай-ка с Толстым еще раз поговорим. Здорово, Толстый. Отвали, придурок. Ладно, я все, отвалил. Все, сжираем яблоки. Заработали деньги. Окей, детишечки, новый день начался. Все быстро внутрь, и у нас начинается утренний урок. Войти внутрь. Доброе утро, детишечки. Время собрать ваших дружков на утреннее занятие. И так что если вы... Или вам придется быть печальным, опустившимся и одиноким. Как... вот сколько вы сможете быть такими... быть таким собой, то столько-то и будете. Иди и найти... Идти найти партнера. Нужно найти партнера, с кем я буду, что я делать, какую-то... Смотри, тут какие-то предметы есть. А я могу это все забрать, или что это? Учительное стекло, нож, или что это? Math is good, математика это хорошо, учение... О, смотри, домик с невестой у нас здесь какой-то. Что делать-то надо? Эй! Ну-ка, бегай вокруг, иди быстро туда. К людям. Надо, короче, найти партнера, с которым ты будешь общаться, да? Я даже не знаю. Давай с Толстым попробуем задружить. Ты чё думаешь, что я с тобой сегодня буду общаться, что ли? Хорошая идея, да. Не общаться с ним, ладно. Пойдём-ка вот с этой Лили задружим. Она по-любому что-то знает про исчезновение своего братца. О! Ты чё, реально I don't really do the whole morning body things anymore. Я, говорит, больше вообще, ну, как-то не участвую в этом утреннем... Не знаю, morning body, это, видимо, что-то такое, как парные какие-то упражнения, что ли, с утра пораньше. Я не понимаю, morning body. Или утренний дружок какой-то, напарник, во. Мой брат обычно был моим дружком, но он теперь пропал. Окей, ладно, не хочет, как хочешь.
Что, с очкариком? Нет, очкарик, торгаш, пойдем с этим придурком. Он на таблетках сидит, но он может что-то знать. А Карачок не хотел бы время с тобой проводить утром. А Карачок очень, очень занятой. А чем ты занят-то? Ну, ты чё такой? А ты чё, здесь реально интересно о том... интересно, чем Карачок занимается? Ну, это звучит интересно. Возможно, ты мог бы быть каким полезным Карачку. Возможно. А Карачку нужно увеличительное стекло. Иди сделай для Карачка, и тогда, когда зазвонит звонок, ты получишь вознаграждение. Хорошо. Планер обновлен. А как у нас планер вызывается? Какой-то кнопкой я не... А, что я сделал? Я сожрал яблоко, я не хотел. Так, вот, смотри, подсказочки у нас здесь. Это подсказка. It will find out as you play. Ты будешь находить чего-то там, когда ты будешь их получать, эти, будешь играть. You don't need a special item to complete your room, Cindy, or the teacher's missions. Тебе не нужны особые предметы для того, чтобы закончить миссии за Джерома, Синди и учителя. Дальше. Тебе нужны особые предметы от Синди, прежде чем ты начнешь миссии Акарачка. Тебе нужны особые предметы от Джерома. And as much money... As you can carry to complete Monty's mission. Тебе нужны будут как можно больше денег для того, чтобы закончить миссии Монти. Хорошо. Тебе нужны особые предметы от учителя, прежде чем ты закончишь миссии за Бага. Бага. Давай его называть Жучара. Баг — это жук. Багс — это будет означать Жучара у нас. И также тебе нужны особые предметы от Монти, Акарачка, Жучары и для того, чтобы закончить миссии за Лили. Понятно, короче говоря. То есть нам как бы подсказывают, каким образом мы сможем пройти. Где у нас здесь? Давай Ctrl настроим немножечко. Взаимодействовать. Backslash это у нас... Backslash, погоди. Вот это что ли backslash? Где backslash у нас открывается-то, ёшкин матрешкин? Вот он. Вот, это просто у нас понятно, короче. А мы же можем переназначить. Давай-ка на Tab переназначим быстренько сейчас. Чтобы нам удобно было играть. Так, Open Planner, Tab. Вот и все, смотри. Да, отлично. Все, Apply. Так. Ну и все. Пошли, попробуем сейчас взять учительное стекло. Если мне, конечно, разрешат это сделать. Эй, быстро! А ну, хватит бегать там. Иди к людям. Ладно, с кем еще мы потусуемся? Давай с Синди попробуем. Прости, дорогушечка, но я время провожу своим дружком. Это что, жучара, что ли? А, да отвали. Так, ладно, короче, мне придется с очкариком, видимо, сидеть. Чё? Ты чё, хочешь моим быть дружком, что ли? У меня нет времени на эту ерунду. Ну, или, по крайней мере, ты будешь у меня что-то покупать или продавать. А тут в противном случае просто провались. Ну-ка, с негром. Эй, чувак, ты знаешь, ты недостаточно крутой, чтобы со мной разговаривать, и уж тем более... Let alone be my... Так, еще раз. Let alone be my... И будь в одиночестве? Чё? Будь моим утренним дружком. Кроме всего, Монти is gonna hook me up with the sweet oil. А, кроме того, Монти собирается что-то подцепить меня своим сладким йо-йо. А, отвали, придурок. Короче, он меня тоже отшил. А я не могу найти себе пару. Иди найди утреннего дружка, или ты будешь таким же отщепенцем, как Карачок. Он мне дал таблетку показать ей. Не, не будем ей давай говорить это. Или скажем. Ну я ко всем подошел, со всеми поговорил, никто не хочет со мной общаться. Давай скажем, мне дал таблетку. О, ничего себе! Спасибо, что это показал, обратил мое внимание на это. Не беспокойся about it. Не беспокойся об этом. Учитель будет... будет что-то с этим делать. А ну-ка теперь иди и поиграй. Пожалуйста. Новая подсказочка открылась у нас. То есть нам может теперь пойти и поиграть. Нет, все равно мне нужно найти кого-то там. Это кубик Лили. Здесь увеличительное стекло. Возможно, она использует его для того, чтобы смотреть на подсказки о своем пропавшем... брать. Взять, использовав яблоко. Я взял, да. Смотри, нам подсказали, что
Говорит, иди поиграй. У нас новая подсказка появилась. Где она? Вот, новая. Учитель позволит тебе смотреть на эти кубики, если ты дашь ей пилюльку. Ну, конечно, потому что я уже ей дал пилюльку. Значит, это было правильным решением. Эти кубики, я так понял, каждый из кубиков принадлежит каждому из вот этих наших детей. То есть вот меч, может быть, принадлежит, или нож, что это такое, принадлежит наверняка вот этому Верзиле, Жучаре. Деньги принадлежат нашему очкарику. Книга М или карта какая-то непонятная. Это что такое? Это рация или что это? Домик какой-то маленький. Так, у нас есть увеличительное стекло. Увеличительное стекло нам нужно принести нашему окорочку. Ты нашел то, что нужно было окорочку? Конечно, отдай. Прекрасно, окорочок очень доволен. Теперь у тебя есть эта карточка Монстермона. Вот ее нашел окорочок. Монстермон? А теперь свали, потому что окорочку есть чем заняться. Нам дали какой-то новый хинт. Тихо. Так, смотри. Nugget will give... Окорочок даст тебе королевскую... Битл башню, если ты принесешь ему увеличительное стекло во время утреннего занятия. Так, смотри. Эти подсказки, они, получается, даются нам уже после того, как мы сделаем конкретное правильное действие. Я так полагаю, что они нужны и нам именно для того, чтобы мы могли с вами потом переигрывать, когда нас, допустим, кто-нибудь завалит, убьет. Мы сможем переигрывать и каким-то образом потом достичь желаемого результата. Это кубик Синди. И здесь карточка Монстермона. Взять карту. А давай еще все заберем. Нам какой-то хим дали. Это кубик Монти. И здесь деньги. Своровать деньги. Отлично. И здесь... Это кубик Бага. Жучары. Здесь есть нож. Если меня на этом поймают, то тогда у меня будут серьезные проблемы. Хватай, да нормально. Окей, детишечки, сейчас будет перерыв на обед. Давайте пойдем вниз в кафетерию и насладимся полезным обедом. Я слышала, что сегодня будет вкусняшечка, а я так увлечена этим. Отправиться на обед, но мы своровали нож. Вау, нифига тут повариха какая. Это бисквитики у нас продает. Ну нафиг, я к тебе не подойду. А тетка, ты смотри, что она делает, я не понял. То ли она отбивные какие-то фигачит, то ли что. Здесь они жрут какую-то страшную биомассу. Вообще, игра, мне кажется, вообще огонь просто. Будем в нее играть. Сейчас предлагаю сделать перерывчик. У нас была такая первая ознакомительная серия, в которой мы познакомились с главными героями. Мы познакомились с механикой и даже пережили первую смерть, к сожалению. Ну что ж, продолжим в следующий раз. Обязательно пишите ваши впечатления об игре. Не спойлерите ни в коем случае. Кто будет спойлерить, сразу забаню навсегда. Да, серьезно, прям вообще без дураков. Сразу в черный лист. До конца времен вашу учетную запись отправлю. Но пишите ваши впечатления об игре. Особенно те, кто смотрит ее первый раз и кто сам, может быть, еще не играл. Обязательно влепите лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.